духовный северный ветер очищения охватил Петербург и смыл вот скверную соль из города. Поэтому все хорошо. Мы контролируем. Но бесов пока не было. Мы, так сказать, часовые добра. Как будете с ними бороться? Вытаскивайтесь. 2018. Навальный? Не, ну что вы? Товарищ Навальный, все нормально, сотрудник, все отлично. Сотрудник чего? Свой, ну, как человек. Ну, конечно, что. Человек на сложном фронте выполняет сложную задачу. Вот. Поэтому пускай выполняет. Так, значит, федерасты остаются здесь. Федерасты, значит, здесь. Ну, оставайтесь с нами. Угла. Нет, не спасибо, уходит, спасибо. Вас только бульдозером. Хорошо. Так, давай вон в загон свой. В загон. Давай, в стойло гомосядь. Не надо меня, пожалуйста, крикать. Фу, блядь, скальник, это все воняет. Девушка, так, что за флаг у вас? Девушка, уберите ваше его украинское говно отсюда. Убери свое, хохлядское. Филонов педопил. Зачем нам идет рыжий педопил? Позор Петербурга! Не пускайте, пожалуйста, к нам рыжего педофила. Убирайся отсюда, провокаторов. У нас есть. Я очень смелый. Давай раз на раз. Что? Чего? Ты боишься? Почему ты приходишь в нашу колонну всегда? Потому что ты приходишь в нашу колонну. Ты педофил, провокатор и гомосексуалист сам на самом деле. Хотя кого-то, хотя ты говоришь, что на самом деле ты с ней борешься. Не борись сам с собой, понимаешь? Вот давай. Я зачем это делаю? 2-0. Все, забирайте. Убирайте Милонова. Убирайте. Я тебе сейчас глаза по карманам разложу, понял? Берите, это специально провокация. Берите провокатор, почему ты нас здесь колонна? Человек нарушает общественный порядок. Слушай, ты свои лифчик сними с желтой и потом вообще рот раскрывай, понял? Простите. Козел, блин. Я правильно понимаю, что сейчас меня оскорбили? Милонов вот казак! 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 А ты чего моего президента оставил? Чего моего президента оставил? Знаешь, как ты вас плохо слышишь? Ты в ушах плохо слышишь. Вы, подождите, а почему сам на ты да потому что я тебя презираю. Ты, а тебя презирает вся Россия. Ты тварь, ты шавка, ты шестерка Ходорковского, понятно? Я шестерка Ходорковского. Ты же ты копеечная проститутка, понимаешь? 3 рубля у московского вокзала раньше такие стоили, как ты. Дадите 3 копейки? Вот. Тебе и 3 копеек не дадут. Милонов, позор Петербурга! Вон он!
Петербурга! Позор Петербурга! Милонов, 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 позор Петербурга! Не будьте защищать этих козло! Не защищайте этих уродов! Не защищайте этих уродов! Не с кем? С народом или с этими подонками? Национально-предатель! Подонки! Предатели Родины! А почему же они не подают? Предатели Родины! Че быдло не задержали? Раскидонка! Разве не подаемся на провокации? Какой быдло? Это колонн ударил-то, ты не скажи! Требуй не нарушать общественный порядок, не подаваться на провокации! Что отсюда? Вон из города, предатели! Едь в свою Москву! Ну и куда ты? В толпу-то побежал, куда а? Ты побежал? Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Эй, ты, чмы! Иди сюда! Ну что, спидозные? Спидозные! Ну что, спидозные, пошли! Требуй на поселение порядка! Азон! Азон! Вот я сейчас ухо оттохну! Будешь так говорить? Вали отсюда! Смелый, так иди сюда! Иди сюда, смелый! Иди сюда! Иди сюда! Петушня, блин! Не охраняйте этих национал-предателей! Кутузку! Залыковские вагоны! Кутузку! На Магадан! На Колыму! Сослать! Столыпинские вагоны! Мужеложники! Мужеложники и садомиты! Мужеложники и садомиты! Позор вам! Требуйте разрешения общественного порядка! Петухи! Куда тут меньше надо? Пошли вон! Вон! Столыпинский вагон погрузим! Будете уран добывать для Родины! Садомиты! Спидозные твари! Гомосеки, бегом! Бегом отсюда! Гомосеки, вон отсюда, бегом! Быстро! Гомосеки, вон отсюда! Чтоб не повернуться, гадине! Предал Старовойтову, сволочь! Пошел отсюда вон! Подстилка, хохло! Порошенко! Подстилка, Порошенко! Проститутка, Порошенко! Милона! Подстилка путинская! Недросовская! Ну давай, давай! Давал за Порошенко! Давал! Согласованный флаг! Почему мы вас в Горловку отвезем! Отвезем в Горловку вас! Ну что? Это флаг экстремистского меджлиса. Это флаг меджлиса экстремистского. Приходи с бумагами, посмотрим. Я тебе приду с бумагой.
с приговором я к тебе пойду. Понимаешь? Я к тебе пойду. С решением, блин, сюда. Да, решение, сюда. Ой. Дебил хохлядский. В автозак их надо посадить. Уважаемые граждане, не нарушайте честный порядок, не подавайте на провокацию. Вы же без зеленки пришли, вон опять эта гамадрила, спидозная припёрла. А где он? Улицу потом, после тебя улицу мыть придется. С дихлофосом. Смелый какой стал, а? Смелый. Значок свой предательский сними себе на одно место на коле. Ты будешь ходить и прыгать, и кукарекать от удовольствия. Пошли вон, не задерживаем. Быстро. Прошли. Иди сюда, не бойся, иди сюда. Нормально? Так, все, отлично. Как вы, пидорасы, заодно. Что хохол, что пидорас. Ей сразу ему глаз. Что? Где водометы? Прислать срочно водометы в комную полицию. Комная полиция должна приехать. Топтать вас псов будем! Топтать русскими копытами! Вас псов западенских! Вы знаете, что он сумасшедший, что он нездоров, видите? Западенские псы! Западенские псы! Продажная шкура Ходорковского! Иди к своему хозяину! В Лондон! Ходорковский! Ты просто уже в психушке тебе надо! Все, спокойно! Так, стоять! Никуда не идем! Стоять! Уважаемые граждане, не поддаемся на провокации! Не поддаемся на провокации! Это против нашей страны! Против нашей страны! Это бандиты и преступники! Требую не нарушать норм действующего законодательства! Вот! Не нарушать общественный порядок! Помощничек Шишлова пришел! Давай убегай! Защитник омбудсмена! Так! Гомофобы с дороги! Давай еще скажи что-нибудь на камеру. Скажи еще. Позор! Гомофоб! Да какой это ваш город? Толчок вашего московского вокзала, а не город. Так, надо бы это, все, стопы, все. Вот дедушка не мыл. Дедушка требует не нарушать норм действующего законодательства, не подаваться на провокации, не нарушать общественный порядок. Я хочу прийти. Не препятствуйте. Нет, провокатор, который полчаса занимается провокациями и нарушает часть 4 федеральный закон.
тебя сажать надо! Тебя сажать надо! Тебя сажать! Ходорковская подстилка! Проститут посажу! Давай, мужик, скажи, ты сегодня зажигаешь, давай, скажи, пожалуйста, ты чё? Берите! 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 Да, да! Что ты гавкаешь, пёс? Милонов ты упадил! Я отец пятерых детей, он что? Козел ты! Лёва, Дин, иди сюда! Иди сюда! Урод! Лёня, Лёва, ты с пидорами теперь! Ты и пидор одно! Ты с пидорами! Да, союз Ходорковский, пидор! А почему он ругается матом? Уберите его, ну правда! Я тебе сейчас вообще уши натяну! Всё, оставь! Давай, бежи его! Что? Уважаемые граждане, не подаемся на провокации, не нарушаем общественный порядок. Требуем выполнения норм действующего законодательства. Какая разница? Ну чё? Ты чё? Ты пойдешь один когда-нибудь? Когда-нибудь пойдешь один, понял? И максимум у тебя будет время добежать до границы. Понял ты? Навальный. С Навальным стукой стоит. С Навальным стоит. Сучонок. Засунь задницу свою, Навальный. Требуем выполнения норм действующего законодательства. Уважаемые граждане, не поддаемся на провокации. Я называю норм действующего законодательства. Не сдаемся! Граждане, не поддаемся на провокации. Я называю общественный порядок. И нагад! Уберите главного провокатора! Уважаемые граждане, не поддаемся на провокации. Что ты на меня камеры смотришь? Сли, очки лишние. Требуем выполнения норм действия законодательства. Что тебе надоело? Уважаемые граждане, не провоцируйте, не поддаемся на провокации. Давай, бегом отсюда! Граждане, не поддаемся на провокацию, соблюдаем регламент мероприятия. Да кто смелый? Выходите, выходи! Ты, выходи! Граждане, продвигаемся дальше, не мешаем движению колонны. Это не колонны, это козлы! Это козлы! Не потому что это нарушение закона. Скандирование президента Путин вор, это нарушение закона. Не мешаем движению колонны. Продвигаемся дальше. Нарушаем общественный порядок. Продвигаемся дальше. Уважаемые сотрудники СМИ, освободите проход на движение колонны. Вон, Лёва, а чё его не арестовали? А чё его не задержали? А чё не задержали? Чё винта не задержали? С ноги вышел. Нарушаем общественный порядок. Уважаемые работники СМИ, проходим дальше, не мешаем движению колонны. Не нарушаем общественный порядок. Требуем выполнения норм.
все Петербург, Невский. Давайте. Мы сейчас на стоять! В сторону. А, все. Не, я могу. Агента Ходорковского, стоять! Да, это... Стоять! Гомосеки! Гомосеки в фонтанку! Вытащила флаги. Гомосеки в фонтанку! Сейчас, я хочу к Сташину подойти. Я подойду к Сташину. Мы его позовем сюда. Позовите Сташину. Представители комитета законности, позовите, пожалуйста, сюда. Вы нарушаете закон. Наш федеральный депутат просит позвать представителя комитета по законности. Подполковник, подполковник, подойдите сюда. Прямо по выполнению норм действия законодательства. Я вас зову. Не нарушаем общественный порядок. Давайте к товарищу подполковнику подойдем. Давай, можно подойти к нему? Товарищ подполковник, подойдите, пожалуйста. У меня вопрос. Подполковнику, да. У меня есть вопрос, товарищ подполковник. Уважаемые граждане, не нарушаем общественный порядок, не подойдем. Так а что, подполковник? Не мешаем движению колонны, проходим дальше. Проходим, граждане, не мешаем. Препятствовать прохождению колонны. Я требую, чтобы подошел представитель руководства. Граждане, не мешаем движению колонны. А мы не мешаем. Командира позовите. Пожалуйста, на тротуар. Спрашиваю помощь. Русские не сдаются, 900 дней блокаду держали здесь. От этих фашистов, эти выродки фашистские, детеныши оккупантов. Граждане, не мешаем движению прохода колонны. Вин, Вин, ты иди сюда! Не подаемся на провокации. Вин, козлище! Граждане, не подаемся на провокации. Требуем выполнение тезиса, не мешая прохода расходника. Лёва, ты чего, осмелел что ли? Ты чего ногами машешь? Что ты ногами машешь? Давай, иди сюда! Боишься? Иди сюда! Так иди сюда, давай! Давай отойдем! Я тебя Порошенко пошлю в посылке, блин, по частям. А меня ты где? Ну где начальник? Ну что начальник не может подойти, а? Ну серьезно, ну где начальник-то, ёшкин кот? Ну где, ну вообще, ай! Что такое? В моем родном городе я вижу флаги врагов. Флаги врагов оскорбляют нашу власть, нашего президента. Гомосеки оскорбляют президента, и я хочу их остановить. А вы мне не даете это сделать. Где флаги врагов? Флаги врагов! Это Ходорковская, это Ходорковская. Это Ходорковские, люди Ходорковские. Да, соблюдайте законодательство! Бандит Ходорковский идет там, Ходорковский там идет. Его сученыши, его шестерки, его проститутки, проститутки Ходорковского там идут. Русские солдаты, будьте с Родиной. Они будут вас кидать коктейли Молотова когда-нибудь. Мы будем с вами стоять, а они будут кидать вас коктейли Молотова. Вас и в наших детей они будут кидать эти коктейли. И потом вы вспомните этот день, что дали им пройти. Дали, не вырезали всю эту сволочугу. Не сослали их на урановые рудники. Мы защищаем наших детей, а не Ходорковского. Провокация большая идет там, а нарушаю общественный порядок я. Герои. Батька, бабушка, что такое? Осторожнее. Бабушка, осторожнее. Вы что народ бунтуете, дорогой? Чего? Вы что народ бунтуете? А вы что? Как что? Я хочу жить так, как мы все живем. Я тоже хочу жить. Да какой черт такой дегалка эти по всей России? А что вы не по-русски не говорите? Вы откуда приехали? Я из Ленинграда. В Ленинграде так не говорят. Не говорят. Гавкайте, гавкайте. Да. У нас в Ленинграде говорят гавкайте. Гавкайте. По ребре гавкайте, понимаете? Собаки. И по-украински можно сказать. А я по-украински, я не говорю на языке оккупантов. Я на украинском только допрашиваю военнопленных. А почему? Ну там колонна с секс-мишинством идет. С пидорасами, да. Их охраняют. Они занесены в Красную книгу. Их осталось очень мало в Петербурге. Их скоро не останется, ни одного. Их защищают. Не должно быть. Конечно. Наши дети идут и видят эту гадость. Граждане, вот это типичный представитель гомосеков. Вот он ушел, да. Он хочет, чтобы ваших детей совращали. Они все хотят этого. А к чему это? Без Путина. Они хотят его убить?
Ух ты. И без пидорасов. Пидорасы вон из города.